Голубые береты – элиты российской армии и самые мужественные воины сегодня отметили свой праздник – День воздушно-десантных войск. Легендарной крылатой гвардии исполнилось 88 лет. В нашей республике сегодня проживают около 20 тысяч действующих военных и ветеранов, для кого голубой берет, сильняшка и жизненный принцип «никто, кроме нас, святое». Как отмечали, расскажет наш корреспондент Рифат Фаткулин. Расплескалась синева, расплескалась, по тельняшкам разлилась по беретам, только в сердце синева задержалась. Эта песня стала практически гимном для всех десантников России. Сегодня ее пели сотни голосов. Идеальная выправка, парадная форма. Элита вооруженных сил России направляется возложить цветы к вечному огню в память о погибших войнах. Минута молчания. День мужества, отваги и настоящей мужской дружбы. Михаил Житков отдал ВДВ не один год жизни. Вспоминает, как осваивал в Самаре автомат и учился прыгать с парашютом. Ну, для меня это как второй день рождения. Мы собираемся с друзьями, с мужиками, встречаемся, вспоминаем службу, как служили, как времена проходили. Каждый год мы празднуем по-особому. Когда к Чебоксару приезжаем, когда отмечаем у нас в Ядрине, собираемся возле военкомата, военком Ядринский Красно-Читайский поздравляет, потом идем возложение цветков к вечному огню, потом на кладбище, ну а потом концерт праздника ЗРЭД. Вспомнили и воинов-интернационалистов. Из 5,5 тысяч уварских солдат, воевавших в Афганистане, почти половина – десантники. Отдали дань и тем, кто погиб в локальных конфликтах. В честь своего небесного покровителя или пророка отслужили молебен. Изображение святого несли во главе колонны, которая из Парка Победы дошла до Красной площади, принимая по пути поздравления. Владимир Немойкин говорит, ВДВ – служба для настоящих мужчин. Самое главное для него – чтить и сохранять традиции боевого братства и взаимовыручки, которые были заложены основателем войск Василием Маргеловым. Настроение отличное, хорошее. Вот я пришел внуками, внучками. Я служил в 1974 году. Я уже ни один день не пропускал. Вот так. Мы всегда встречаемся, с друзьями встречаемся. Я служил, значит, с 1-го Гайжуни. Это у нас называется учебной дивизии. А потом Рязани. Это 106-я Тульская дивизия. 137-й Рязанский полк. Торжества продолжились на Красной площади. Здесь отметили заслуги перед государством отдельных десантников. Им вручили почетные грамоты и медали. Для всех звучат поздравления. Это святое, наш праздник, войска дяди Васи. Всех поздравляем, десантников. Самое главное – здоровье чистого голубого неба. Сейчас пока здесь празднуем, вот на заливе. Потом мы семьями пойдем дальше гулять. Отдыхать, да, жить. И сейчас они на передовой, всегда готовы к защите рубежей, а в мирной жизни к оказанию помощи тем, кто в ней нуждается. После митинга голубые береты отправились гулять по городу. Рифат Фаткулин, Валерий Рюзюков, Республика.